Ну что, уважаемые зрители, продолжаем нашу эпопею дальше, и нам сейчас будет необходимо снять ротор данной катушки. Вот. Они сейчас сегодня данные типы роторов продвигают в остальных моделях Shimano, то есть Stella двигается каким путем? Сначала все новинки они выкладывают на своем флагмане, на Stella, а потом уже с флагмана это все эти новшества, новинки опускают на более дешевые модели. И вот их типа ротор, который более жесткий, более там прочный, который там почти не сгибается. Вот видите, я его чуть-чуть деформирую, видим, что вот это вот плечо начинает проседать. Сильно мне деформировать не надо, ломать я не собираюсь. Ну, давайте для интереса погнем ротор у Stella 10. Возьмем Stella 10. Тоже прогибаем и тоже видим легкую деформацию вот этого плеча. Ну а в принципе в целом одно херственно. Ну, что-то мне подсказывает, что вот этот ротор, наверное, у Stella 10, конечно, потяжелее. Так, ну что, уважаемые зрители, конечно, что тут говорить. Конструктивно мы видим, что роторы разные, но в целом по жесткости и тот примерно как-то одинаково на ощущение руки реагирует. Конечно, есть отличия в конструктиве самого коромысла, и ротор здесь пошире плечи, и потому что шпуля побольше, и коромысло чуть-чуть по-другому. Да, ну, я про эти нюансы уже не буду рассказывать. Мне оно как бы и не надо. Имеем такой же пластиковый кожух. Вот, ну так образно говоря. Вот он. В принципе, он все так же есть и на 10-й Stella. Мы видим. Вот. Сейчас мы посмотрим, как он усаживается. Принципиально усадка не отличается, и при прижимании идет нагрузки на эти вот ушки, которые потом вот по краям вот здесь вот лопаются. Лучше бы эти отверстия сделать более большего диаметра, чтобы они проходили сюда, а при закручивании уже вся нагрузка ложилась вот на эти. Ладно. Видим такую гайку, в ней стоит подшипник, в подшипник запрессована латунная кулочка. Чик-чик-чик, откручиваем. Разницы никакой в этом, как бы сказать, узле мы не видим. Такая же гайка, в ней подшипник, в подшипнике запрессована латунная втулка, такой же пыльничек, такая кожух стопорный, да, который стопорит гайку. Ну, короче, все то же самое. Снимаем ротор. Вот. Так он выглядит у нас изнутри. Ротор сам у нас металлический. Так же, как и на Stella 14 года, и на Stella 10 года. Слава богу, Shimano пока еще на флагманах роторы делают металлические. Вот. Механизм ротора, как мы видим, уже он отличается. Видим, что сам толкатель сброса, автоматического сброса дужки, он перенесен у нас в левое плечо. И, скорее всего, пружина сюда уже, наверное, тоже перенесена. То есть, получается, правое плечо с руликом разгрузили. Ну и тем самым, наверное, и меняли балансировку ротора, потому что с этой стороны ролик сам, но они в противовес перенесли механизм сюда, чтобы более качественная была балансировка ротора. Но я вам скажу за балансировку, все в основном автолюбители, все знают, что балансировка колес уже чувствуется только когда у вас очень большие обороты, да, колеса, то есть скорость. То есть даже самая какая-нибудь, ну,
тут я, наверное, не могу вам сказать, потому что на самой беспонтовой отечественной резине я, блин, не ездил никогда. Все мои машины были нашего японского производства. Слово самое главное нашего, да, потому что мы живем на Дальнем Востоке и считаем японские машины уже практически нашими, которые ходят десятки лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет и просто ходят и радуют своих хозяев. Вот. Такие вот дела, да, и в основном японская резина, которая делается, они ее льют достаточно точно, да, и даже вот ее можно ставить и не балансировать, и, к примеру, километров до 80, точно, буквально вам точно скажу, хорошая японская резина, например, там, какая-нибудь, ну, бренды называть не буду, до 80 километров балансировкой можно не пользоваться, только уже там на 100 километров и свыше вы можете чувствовать, что у вас по рулю могут быть какие-то биения, что резина не отбалансирована. Вот, уважаемые зрители. Ну, а уже дорогие серьезные бренды могут даже вообще не требовать. Они ее отливают так, что балансировка даже иногда и не требуется. Такое я тоже видел. Покупаешь дорогую японскую резину, вешаешь ее, и они говорят, о, тут вот вообще одно колесо, допустим. Не нужно балансировки никакой. Вот. К чему это я, уважаемые зрители, рассказываю? Катушка у нас не машина, да? И оборотов таких, конечно же, на роторе нету. И чтобы почувствовать эти биения и сильную разбалансировку ротора, да, можно только на больших, как бы сказать, оборотах. При работе катушки на рыбалке, да, то есть скорость проводки и скорость вываживания рыбы, при таких оборотах, конечно, очень трудно почувствовать какую-то небольшую разбалансировку ротора, да? То есть, понимаете, о чем я хочу сказать в целом, уважаемые зрители. Ну, если стремиться к идеалу, конечно, она нужна и, соответственно, важна. Видим, что по краям имеются плечи такие декоративные крышечки. Крышечки, они у нас уже закрывают основные винты, что, в принципе, они хоть и на резьбовых фиксаторах, но чтобы, если выкручивались, то никуда они у нас не потерялись бы. Такое новшество, как я предполагаю, Шимана сдернула у Дайвы. Ну, это мое личное мнение. Все мы откручиваем потихой. Такая декоративная крышечка. Ну, и, соответственно, мы увидим, как я понимаю, груз для балансировки. О чем сейчас мы только что, уважаемые зрители, и говорили. Откручиваем левое плечо, так называемое. И видим, да, здесь у нас уже и пружина этого механизма дужки стоит. И сам у нас толкатель автосброса. Видим, что стоит вот такой пластмассовый каркас, который, как бы сказать, у нас стабилизирует всю работу этого механизма. Стоит он именно для того, чтобы мы видим, чтобы у нас не поднимался сам толкатель. Сейчас вам покажу. Это я так предполагаю. Также пружина вот эта может выгибаться, видите? Ну, как бы ее вверх сюда толкает, да? Чтобы она сильно не выгибалась, и сам толкатель тоже вот так вот вверх, не, видите, ну, не поднимался, то, соответственно, она в этом месте будет чуть-чуть прижимать, если вдруг это будет происходить, уважаемые зрители. Вот заодно и посмотрим, уважаемые зрители, как устроен ролик лесоукладывателя. Вот, что же мы видим? С одной стороны, мы видим вот такую вот фигурную шайбочку вот с таким полулабиринтом, да, вот видим, что здесь осталась смазочка, которая создает масляный барьер в этих местах. Вот, уважаемые зрители, таким образом выглядит сам ролик, и мы видим, что данный ролик примерно придерживаться той же самой концепции, да, что и начиная там с Телли 2014 года. Подшипник внутри ролика запрессован, да, и в случае чего он меняется в сборе вместе с роликом. Но если мы сейчас посмотрим на
внутренний подшипничек, да, то мы увидим, что подшипник тут уже чуть-чуть другого типа размера, он пошире, и он уже, как бы сказать, помощней, чем это было в стеле 2014 года. Но если мы взять, вообще рассмотреть сам подшипниковый, вернее, рулик лесоукладывателя у Stella 10, то тут два подшипника стоит. Сейчас здесь один подшипник. И так как на, допустим, твинах 2015 года, на Stella 2014 года, вот эти вот рулики, в которых подшипник был запрессован, они часто выходили из строя. Фирма Shimano, видно, сделала какие-то выводы. И теперь здесь уже подшипник более большого типа размера. Вообще вопросов нет. Все в идеальном состоянии. Вот. Вынимаем сам суппорт. Так. И видим здесь вторую вот такую вот фигурную шайбу с таким лабиринтом. Видим, что по краям этого ролика стоят две таких шайбы. Вот с такими фигурной шайбы, вот с такими вот лабиринтиками. Вот. Ну и давайте подробно рассмотрим, как симитируем ситуацию, как это все выглядит. Выглядит это у нас все вот так. Видим, что фигурная шайба сделана таким образом, что она входит туда вот внутрь и закрывает попадание воды. А вот в этот, как бы сказать, лабиринтик закладывается смазка, да? И таким образом создается масляный барьер. Вот, с двух сторон это все закрывается. Все одевается на суппорт, видим, и закручивается. Вот такая у нас защита. Ну, короче, что тут говорить, уважаемые зрители, блин. И что я торможу-то? Давайте я вам покажу. Внимательно смотрим на свои голубые экраны. О, смотрите как. Вот, как-то так. Мы видим всю конструкцию, грубо говоря, с официального сайта Shimano ролика лесоукладывателя. Видим, что вода у нас по краям попадает. И дальше она вот, видим, такого золотого, золотистого песочного цвета. Это вот как раз вот эта вот смазка в этом лабиринте стоит, да. То есть и этот масляный барьер не пропускает у нас влагу. Специальная смазочка ихняя DG18 не дает в этом барьере, запускает, ну, как бы сказать, заполняет пустоты барьера, да, и, соответственно, не дает попасть влаге, агрессивной среде, к самому шарикоподшипнику, уважаемые зрители. То есть вот таким вот образом это все выглядит. Так, аккуратненько снимаем и видим весь механизм, который у нас стоит. Как бы сама конструкция пружины и ее, как бы сказать, упора, она традиционна для всех семейств сегодняшних Shimano, да, не такая, конечно, как в десятке, но они сейчас все такие вот, такие же, как и в твине 15-го года, как и в страдиках, там, в семействах страдиков. И видим вот такой вот сам толкатель. Вот он. Видим вот такой винт, там стоит специальная пластиковая втулочка. То есть, ну, я думаю, все, как бы сказать, в целом, уважаемые зрители, вам понятно. Вот. Вынимаем вот такой винт. Видим, что на них красное, это преднанесенный резьбовой фиксатор. Вот. Стоит такая вот небольшая регулировочная шайбочка у нас. Вот она. И видим, здесь ничего нету, кроме, как, уважаемые зрители, как бы сказать, фиксатора дужки. Вот. Больше здесь у нас ничего нету. Также оно у нас создает этот небольшую фиксацию и звуковой сигнал, когда у нас проезжает вот через эту вот ступеньку. Она проехала, чик, слегка зафиксировала, да, чтобы у нас дужка сама не сбросилась, да, и в то время дает чик, небольшой щелчок, чтобы мы, рыболовы, слышали, что, о, в принципе, все дошло до конца,
всю душечку мы откинули до нужного состояния. И за этим, как бы сказать, ступенькой оно маленько придерживалось, чтобы не произошел при забросе самосброс, да, соответственно, и не было отстрела при маночке. Вот, уважаемые зрители. Головка самого фиксатора пластмассовая, обычно в стеле, в остальных семействах стелах она была металлическая. Ну, тут вы знаете, все относительно, тут нельзя сказать, что металлическая тоже хорошо. Когда она металлическая, то съедается, уважаемые зрители, вот эта вот ступенька. Ну, а когда она пластиковая, съедается сама вот эта вот головка фиксатора. Ну, блин. Что приятнее, наверное, конечно, честно сказать, приятнее поменять и дешевле саму эту пластиковую головку, чем само коромысло. В принципе, конструкцию ролика лесоукладывателя и ротора, уважаемые зрители, мы разобрали. Разбираем дальше, что нам сейчас нужно сделать. Снимаем вот эту вот декоративную заднюю крышку. Снимается она легко и непринужденно. Откручивание одного вот этого винтика. Так. Вот так это все выглядит, уважаемые зрители. Вот сама декоративная крышечка. Откидываем все это в сторону. И теперь будем продвигаться в сторону обгонной муфты. Или, как называют, стопора обратного хода. Что нам нужно? Нужно сейчас будет снять подтормаживающее кольцо, которое подтормаживает ротор. И дальше мы уже будем снимать стопор. Ну, давайте сверху. Сверху мы видим вот такую вот тоже фигурную шайбу. Вот она одевается вот таким образом. И снимается таким же образом. И дальше такой же ответный лабиринт. Вот этот лабиринт, в котором должна заблудиться вода напрочь, навсегда. Вот, давайте посмотрим на картинку с официального сайта, как она там должна заблудиться. Вот эта вот картиночка, вы видите ее на экране. Видим, что вода там тын-тын-тын-тын заблуждается. Ну, а потом, если дальше видео смотреть, она вообще каким-то чудодейственным способом быстро исчезает. Ну, неважно. Не в этом суть. Однозначно это защита. Спора нет. Она улучшает все это дело. Ну и, как вы скажете, опять же, как без этих технологий столько лет, там, катушки с 80-х, с 90-х, там, годов, там, с 2000-х годов работали. Да также все и работали, нормально работали. Вот. Это будешь только под водой ловить или купаться с катушками. Обычно так туда попадание агрессивной среды очень затруднительно, если ты не попадаешь в воду, прям окунаешься. Ну и в первую очередь я, конечно, связываю попадание, ну как бы, вот, связываю разработка вот этой вот структуры лабиринтной именно для этих вот обновленных стопоров обратного хода, уважаемые зрители. Вот, аккуратненько его снимаем. Дальше мы видим уплотнительную резинку, которая у нас подкладывается под сам стопор, чтобы снизу вода не попадала. И такую планку, которая держит коренной подшипник вторичной шестерни и регулировочную шайбу. Ну, такой вот стопор обратного хода мы на моем канале недавно, ну как недавно, последнее из видео про катушек, мы видели в Страдике 19-го года. Видим вот такой вот маленький, тоненький тормозной барабан. И видим сам вот такой вот стопор вот с такими вот небольшими руликами. И они у нас так вот подпружинены и могут вылететь. Желательно это все, не, если не знаете, не разбирать. Потом будет достаточно головникова это все вставить. И скорее всего вот эта вот вся лабиринтная защита, уважаемые зрители, которая у нас разработана, она в первую очередь служит именно защищать вот этот новый конструктив нового вот этого облегченного, улегченного
упраздненного, как еще сказать, сэкономленного ступора обратного хода. Тоже они там вроде как говорят, что он там что-то дает меньше шум, там легче ход. Ну, в самом начале видео мы сравнивали, какая катушка шумит меньше. Я думаю, результат налицо, по плавности одно и то же все пальто. Может быть, это, конечно, не действительно тише и лучше, но, наверное, вы знаете, это они, наверное, сделали в таком диапазоне частот, ну, в котором человеческое ухо не слышит. О, вот так вот, короче, они замутили. А все, что слышно, слышит, то оно как-то громче, чем у Stellae 10 получается. Да, вот как-то так. Ну и для примера наглядного решил вот вам прям новенький стопор обратного хода вскрыть и показать, какой стоит на Stellae 10, чтобы вы явно четко понимали, как это все выглядит. Вот. Вот. Вот так вот как раз выглядит стопор обратного хода, который стоит на Stellae 10. Мы видим стенки тормозного барабана. Мне тоже смешно. Мы видим размеры роликов. Ну и вообще в целом, как бы, думаю, много вам не нужно по этому поводу, уважаемые зрители, рассказывать, да, чтобы вы понимали, что почем, какие с мячом, да. Вот еще раз все показываю. Хотя вот у этого стопора обратного хода, уважаемые зрители, который стоит на Stellae 2010 года, да, там сверху тоже есть как бы принята такая защита с таким тоже пыльничком, сальничком, там тоже кое-что есть. Ну а в остальных простых катушках, да, на которых тоже стояли стопоры обратного хода, обгонные муфты, на них еще была надпись No Grease, да, в принципе, они ничем не защищались, и попадание туда агрессивной среды, если она и попадала, не приводило ни к какому, по сути дела, отказу. И наработка на отказ такого стопора обратного хода должна быть очень большой и феноменальной. По сути дела, надежная, как автомат Калашников. А вот с этими новыми стопорами обратного хода есть прецеденты, когда вот они там подзагрязняются, да, там низкая температура там или еще что-то, чего-то, ну, возникают отказы. То есть, действительно, от этого они и делают сюда, чтобы никакая агрессивная среда не попадала, чтобы, скорее всего, снизить просто наработку на отказ данного узла. Вот, потому что он очень чувствительный к агрессивной среде, уважаемые зрители. Ну, что можно сказать? Однозначно, надежность данной катушки этот узел подрывает, ну, в моем понимании, как дальневосточника, который ловит на наших реках, на Амуре, на горных реках, большую сильную рыбу. Мне вот как бы такой геморрой на рыбалке не нужен. Есть у меня некоторые катушки Дайва, которые в самый неподходящий момент, у них тоже больное место, отказывают стопор обратного хода. Ну, блин, на рыбалке очень неприятно, честно скажу. И возить с собой запасные катушки тоже не хочется, потому что расстояния большие. Но, в принципе, Шимана старых лет обеспечивала мне десятки лет качественной, хорошей рыбалки.